Где взять мотивацию дойти до конца? Здесь только один выход, друзья. Поставьте плюсики в комментариях, кто сталкивался с такой ситуацией. Вы начинали правильно питаться, вы начинали тренироваться, вы просыпались с осознанием того, что вы уже идете к своей цели, вам все начинает нравиться, но буквально проходит неделя, две, три, месяц, два, и вы смотрите на себя в зеркало, ни черта не поменялось. Все. Это не работает. Это не работает. Я просто потратил время зря. И как раз таки здесь момент, когда мы опускаем все руки. Мы не хотим делать то, что не дает результата, и это нормально. Поэтому обращайте ваше внимание на тот план, по которому вы работаете. План должен быть построен таким образом, чтобы каждые 7-14 дней давать вам определенные результаты. Мотивация – это ограниченный ресурс. И если вы не будете видеть результаты, вы сольетесь. Поэтому скорректируйте план для быстрых результатов.